Так, сознание человека и тонкий мир. Название сегодняшней презентации и доклада. Так, сейчас я уберу сюда. От богов до людей, от миров до атомов, от звезд до мимолетного света, от солнца до жизненного тепла малейшего органического существа, мир формы и бытия есть необъятная цепь, звенья которой все связаны между собой. Закон аналогии есть первый ключ к проблеме мира. И эти звенья должны быть изучаемы по порядку их и в их оккультном взаимоотношении. Это цитата Елены Петровны Блаватской из «Тайной доктрины». Идем дальше. Значит, действительно, в нашей жизни тонких явлений бытия достаточно много. Вот. От явления синхронистичности, которое исследовал Карл Густав Юнг и квантовый физик Паули, да, значит, до различных видений и так далее и тому подобное. Тут кое-что я перечислил. Вот. Например, если вы знаете, значит, большинство откровений в Библии, которые записаны в Ветхом Завете, в том числе, они, 90% их давалось именно в состоянии фактически глубинных сновидений. То есть это не те откровения, которые вот были вот наяву в дневной жизни, вот, но в общем-то есть много разных. Так, идем дальше. Значит, Елена Петровна Блаватская описывает со ссылкой на Упанишады, да, значит, что в человеке заключены каналы, тонкие, как тысячекратно расщепленный волос, и заполненные жидкостями, синими, красными, зелеными, желтыми и так далее. У них есть тонкая оболочка, исходный или эфирный каркас астрального тела. И к этой оболочке притягиваются нематериальные остатки опыта и переживаний из предыдущих воплощений или инкарнаций, переходящие вместе с нею из одного тела в другое. Это, кстати, очень близко различным буддийским практикам, вот, и медитациям, где они стараются визуализировать те или иные капли в определенных точках. И это очень интересно, что можно провести аналогии между разными направлениями. Вот. А в феномене человека, как вы уже, наверное, прочитали, Елена Петровна Блаватская указывает, значит, как раз о фактически о центральном духовном солнце. И все посвященные, значит, и прозорливые люди, они знают этот эффект, что даже в пасмурную погоду, когда солнца нет, то можно попробовать ощутить вот это невидимое тепло центрального духовного солнца. Вот. И это действительно чувствуется, и можно реально это ощутить, и даже в некоторой степени и согреться. Это так, вот так образно говорится. Идем дальше. Так.
Подобно тому, как эфир является основным принципом воздуха и всех более грубых форм материи, так и акаша есть основной принцип эфир. Но ни то, ни другое недоступно тому, кто еще не обрел знания о том, что стоит за тайнами отражения или отбрасывания тени. Однако сила воображения позволяет пролить немного света на природу каждого из этих принципов. Мы идем дальше, значит, это как раз из храма человечества было настроение, ну, здесь продолжение будет. Жизнь и действия эго на четырех низших и семи уровней сознания, формы, через которые это сознание функционирует, состояние материи, содержащее в себе эти формы, а также движение или время, управляющая проявлением и исчезновением форм в одном или во всех этих состояниях материи, вот те основные факты, которые единственно могут помочь понять процессы появления и исчезновения астральных и физических тел из поля зрения в сознании друг друга. Действительно, именно на этих четырех планах или состояниях субстанции эго, то есть непроявленное духовное «я» трех высших и семи принципов, должно действовать на протяжении каждого века, когда циклический закон, маятник часов жизни, раскачивает эту субстанцию вокруг центральной точки в течение одного великого века с тем, чтобы оно могло получить непрерываемую индивидуальную жизнь, когда стрелки часов завершат свои круги, то есть когда закончатся семь великих веков. В разоблаченной Изиде Елена Петровна пишет: во внутреннем храме или через изучение теургии, осуществляемое частным образом, или единым напряжением целой жизни духовного труда, они, посвященные все, получили практические доказательства таких божественных возможностей для человека, ведущего свою битву жизнью на земле, чтобы завоевать жизнь вечности, что представляло собой последняя эпоптея. И дальше ссылка на Платона из Федры диалога, что, будучи посвященными в эти мистерии, которые с полным правом можно назвать самыми благословенными изо всех мистерий, мы были освобождены от приставания зол, которые в противном случае подстерегают нас в каком-то будущем периоде времени. Также вследствие этого божественного посвящения мы стали зрителями цельных, простых, стойких и благословенных видений, пребывающих в чистом свете. Здесь очень действительно интересная цитата, на которую стоит поразмышлять. Значит, Блаватская писала сенету о том, что как раз был у нее период, когда она жила так называемой двойной жизнью. Когда меня называют по имени, я открываю глаза и являюсь сама собой. Но только меня оставляют в покое, я опять погружаюсь в свое обычное дремотное состояние полусна и становлюсь кем-то другим, кем именно она не говорила. Иногда, когда меня звали по имени, а я в то время была в своем другом «я» и беседовала с кем-то в этой своей жизни сна, я сейчас же открывала глаза и разумно отвечала, ибо я никогда не бредила. Но только я затем закрывала глаза, то это другое «я» продолжало фразу с того слова или полуслова, на котором меня прервали. Когда я бодрствовала и была сама собой, я хорошо помнила все, что было, когда я была другой сущностью. Но когда я была другой, я никакого представления не имела о Елене Петровне Блаватской. Я находилась в другой далекой стране,
и была совсем иной индивидуальностью, и у меня не было ни малейшей связи с моей теперешней жизнью. Вот позже, значит, в личных мемуарах мадам Блаватской, Мэри Неф, Елена Петровна написала, значит, что такая способность скрыта в каждом человеке, не только у особых людей, но в 99 случаев из 100 тайна двойной жизни остается для них неизвестной, и это незнание создает образ жизни западных людей. Кто из нас знает или способен познать свое «я», пока он живет в условиях жизни высшего общества или в тяжелейших условиях жизни пролетариата? Идем дальше. Значит, здесь я привел одну из таблиц касательно строения человека. Она вам хорошо известна. В данном случае цель ее посмотреть на некоторую взаимосвязь. Ну, как вы знаете, по крайней мере, то знание, которое существует на сегодняшний день, значит, указывает на наличие 7 основных чакр, хотя на самом деле их гораздо больше, и, как правило, они находятся не на физическом плане, а на эфирном и других планах. Вот. Но, тем не менее, они все связаны со всеми принципами человека, и, соответственно, значит, есть взаимосвязь между ними. Ну, вот если мы рассмотрим как бы высшие принципы, да, значит, манас, будхи и атма, те, которые относятся к триаде, то как раз они, ну, опять-таки, считается, преобладают под влиянием определенных планет Меркурия, Юпитера и Венеры. И Уран в астрологии эзотерической часто соотносят с высшей октавой Венеры. Вот. Так, ну, не будем дальше здесь останавливаться. Идем дальше. Значит, еще парочку, значит, две таблицы, которые дают представление, что вот как раз высшие наши чакрамы, да, они связаны с определенными планами. Значит, есть некоторое взаимопроникновение, но разумный взгляд, он говорит о том, что в принципе у человека должны быть сгармонизированы все центры, все тела и все принципы. В некоторых источниках даже говорится, что вот это подразделение на низшее и высшее, оно не совсем верно. Не совсем верно, поскольку у человека оно должно быть в целостном. То есть не должен даваться приоритет какой-то группе центров или каким-то отдельным телам. Именно целостный взгляд на человека, на как бы гармоничное дополнение и проникновение всех принципов и тел, он как раз и выстраивает человека, который, значит, обладает большей или меньшей осознанностью на соответствующем плане. Так, идем дальше, не буду останавливать. Вот мы больше поговорим с этой табличкой. Значит,
самый рекомендуемый способ, который сейчас рассматривается в любой практической психологии того или иного направления. Вот. И в эзотерическом подходе, значит, это формирование «я-наблюдатель». «Я-наблюдатель». Если у нас это формируется, эта способность, то есть способность останавливать деятельность и наблюдать, и осознавать реальность. Имеется в виду, прежде всего, для осознания внутренней реальности и наблюдения внутри самого человека. То есть, иными словами, сознание, наблюдающее сознание. Вот. Как правило, это связывается, то есть, именно в моменте здесь и сейчас, то есть, значит, в связи с настоящим моментом, со своим внутренним состоянием и внешним миром. Это важность принятия, то есть готовности полностью переживать свои мысли, чувства и телесные ощущения. То есть независимо наблюдать и полностью их переживать внутри себя. Внутри себя. Вот. Значит, расцепление, то есть снижение степени слияния со своими мыслями, эмоциями и чувствами. И чувствами, можно добавить. Вот. Важность осознания своих смыслов, то есть всего того, к чему человек стремится и идет по жизни. Вот. Причем как бы не словесное, не вербальное, не внешнее осознание, вот. Даже не книжное, а именно внутреннее личное осознание. Вот. Ну и, соответственно, из всего этого вытекает, что действия, то есть мои реальные действия, которые я действительно планирую в жизни по тем или иным направлениям, и которые отвечают моим ценностям, моим смыслам, значит, степень осознанности их выполнения в этой жизни. То есть вот этот я-наблюдатель, это фактически вот эта схема, она работает при разборе любой, значит, глубокой медитации, любой глубокой медитативной практики. Будь это практика буддийского направления, или это же связанное там с Адвайтой Ведантой, значит, или с другими направлениями. Но, как правило, значит, современная практическая психология к этому подошла. Так, идем дальше. Действительно, часто вы встречали, и здесь я никакого открытия не сделаю, что как раз пространство тонких миров, оно отличается, естественно, от физического пространства, и время там едино, целостно, едино, целостно. И поэтому зачастую отсутствие на одну минуту как бы в нашей реальности может равняться значительному отрезку в тех мирах. И когда человек начинает замечать, то есть при формировании именно вот этого внутреннего наблюдателя, значит, осознавать свои какие-то временные отсутствия, да, полудремотные состояния, состояние вхождения в сон, выхода из сна, значит, в момент окончательного пробуждения, то у него могут более ясно
хотя бы время от времени, значит, осознаваться те или иные картины. Так, еще одна сложная такая табличка, но она приведена для примера. Значит, в связи различных цветов, значит, с нашим сознанием, да, и, соответственно, в определенной степени и со степенью развития наших и центров, значит, ну, в данном случае, именно начиная, собственно говоря, с зеленых цветов, это вот как раз многие авторы и в спиральной динамике, и здесь упоминается, значит, и по когнитивной линии, и Шри Аурабиндо, и другие, значит, относят, что человеческое общество, да, как бы в таком типичном виде, да, оно соответствует как раз на этапе зеленого сознания. Вот зеленый цвет, он уже начинает отвечать за синтез. Часто именно в зеленый цвет раскрашивают анахату, да, сердечную чакру. Но это, в общем-то, как бы начальный этап для, значит, уже формирования метасистемного подхода и метасистемных ценностей, можно сказать и так. Вот. Видите, значит, ко второму порядку относят уже как бы глобальное видение. Это уже тут идут изумрудные, бирюзовые цвета, то есть межпарадигматический высший ум, глобальный ум. Вот. Трансцендентные уровни и уровни единства, это как бы третий порядок, их соотносят с цветами индиго, озаренный разум, параум, трансглобальный, вот, фиолетовый, интуитивный разум, метаум, и ультрафиолетовый, да, над разумом. Вот. И дальше чистый свет. Чистый свет, который на Востоке, в частности, в тибетском буддизме, значит, и называют зачастую ясным светом. Вот. Такое понятие — ясный свет. В медитативных практиках, на глубинных стадиях, люди, ну, опытные практикующие, могут попадать уже в так называемое, значит, достаточно высокие состояния. И вот эти высокие состояния, как правило, характеризуются, значит, включением насыщенного ментального света. Насыщенного ментального цвета, значит, именно определенного вида. Это может быть как раз и изумрудный, и бирюзовый, индиго и фиолетовый, это уже к более высоким стадиям относится. Но вот включение вот этого цвета как раз и является, значит, характерным признаком достижения, значит, определенного высокого состояния. А вообще, значит, в частности, значит, и в индуизме, и в тибетском буддизме считается при высоких степенях медитативной практики видение внутреннего света, внутреннего заряющего света.
Вот. И если такого света человек не видит, значит, он еще не достиг вот этих стадий. Значит, интересно, что в наше время, как вы знаете, популярными стали развиваться коллективные практики, причем как бы для светских, то есть в светском формате, в несветском формате, в смешанных форматах, в религиозных традициях или уже в более как бы в секулярном подходе, то есть не религиозном. Вот. Но в коллективных практиках, особенно медитативных, там действует эффект несколько другой. То есть это не арифметическая сумма способностей как бы участвующих в данной практике, а именно уже, скажем так, речь идет о некой геометрической прогрессии, о каком-то формируемом коллективном сознании, вот, и которое выше любого из сознаний участников данной практики. И с другой стороны, оно как бы всех и объединяет, и подтягивает. И за счет таких практик, в принципе, как бы вот реализация такого внутреннего света может проходить в гораздо более короткий временной промежуток. Вот. И в частности, значит, это реальное как достижение, значит, даже Далай-лама, его святейшество, он посылал опытных лам проверять некоторые ретриты, значит, которые проводились в Индии, ну, например, Гоенкой или некоторых других, значит, учителей. Вот. И, значит, им давались предписания отказаться от всех, значит, ну, их ежедневных молитв, ритуалов и строго следовать этим инструкциям. И в результате действительно на 10-й день такой коллективной практики монахи подтвердили, что то, что они добивались за годы, если не десятки лет индивидуальной практики, значит, они смогли реализовать в ходе этого ретрита. Вот. Ну, это я так для как бы сведения сказал. Так. А теперь мы подойдем с другой стороны. Значит, современный американский теософ, исследователь Курт Лиланд, да, значит, опираясь на труды Анни Безант, значит, наследие Елены Петровны Блаватской, работы Джеффри Барборка, других теософов, собственный опыт, значит, он подготовил некоторые таблицы и в одном из своих докладов, которые в том числе есть на сайте YouTube-канала Тасовского общества в Украине, который, значит, называется «Тасовское содружество». В YouTube есть канал, и там ряд значит, докладов американских теософов, и не только американских теософов, озвучиваются, переводятся на русский язык, и их можно послушать и более внимательно, так сказать, изучить. Вот. Так вот, он
говорит следующее, Лиланд. И это я почему включил это в свою работу, потому что это очень повторит моим размышлениям и мыслям и напрямую соотносится с данной темой. Значит, Лиланд говорит, что по его мнению и по его исследованиям и, значит, по тем работам, на которые он опирается, что большинство духовных путников, да, их можно разделить на две категории. А именно одни, те, которые теоретики, и большинство из них так и остаются до конца своих дней теоретиками, и те, которые значит, пытаются не только ограничиться теоретическим опытом, а идти дальше, значит, в плане развития, ну, не способностей, а наоборот, именно проверки этих теоретических знаний на собственном внутреннем опыте. О чем всегда говорила и Елена Петровна Блаватская, и ряд других известных учителей, включая Владыку Будды, да, что что бы мы ни прочитали, ни узнали, это будет для нас неким интеллектуальным знанием, но покуда оно не апробировано внутри нас, не подкреплено в какой-то мере нашим внутренним опытом, значит, также не сопоставлено с какими-то другими нашими моментами индивидуальной жизни, вот, то оно останется внешним знанием и зачастую может нивелироваться к концу жизни. Вот. Лиланд говорит, что сравнительно немногие духовные искатели из огромного большинства человечества становятся, это как бы дословный перевод, активными, информированными духовными помощниками на тонких планах бытия. Если они пойдут по правому пути, а существует левый, как вы знаете, но левый не относится к линии учителей света, то после значительного периода тренировки своих физического, астрального и ментального тел, некоторые смогут удостоиться степени кандидата в чела учителей света и попробовать пройти испытание. Вот. Дальше, значит, на пути к подлинному мастерству каждый оккультист-теософ должен стать немного мистиком, а каждый мистик стать немного оккультистом. И успешно проходя 5 стадий инициации чела, это со ссылкой на Лиланда, значит, поскольку я думаю, что в каждом индивидуальном случае, возможно, этих стадий может быть, ну, по крайней мере, их количество может варьироваться, но Лиланд говорит о 5. Становится полным мастером, обладая, с одной стороны, резервуаром духовной силы, а с другой, являясь сознательным работником духовной иерархии свет. Вот. Ну, какие методы способствуют? С одной стороны, по письмам Махатмы мы знаем, что эти методы известны еще с дохристианской эры, да, это к ним относятся и пост, и молитва, и медитация, и диета, и так далее. Многое здесь можно. Но главное, это должно это подбираться индивидуально, и это все как бы те способы, которые подводят человека. Подводит человека на тот внутренний путь, когда, значит, у него уже дальше что-то будет проявляться. Вот.
Но стоит добавить, что главное это все-таки путь служения. Вот, и человек все-таки рано или поздно он подойдет к тому, к чему должен подойти. Вот. И развитие духовной наблюдательности, вот, принятие знаков на пути, пробуждение интуиции, ежедневный вечерний ретроспективный анализ, индивидуальная медитативная практика, абстрактные размышления – это все очень важно. Все очень важно. Стоит, значит, дальше продолжить, что в некоторых источниках говорится о том, что фактически в следующей расе вот тот период, который мы называем сном, он станет жизнью. А вот то, что мы называем сейчас жизнью, это станет как бы сном. Вот. Ну, как мы знаем, в предыдущих расах, значит, фактически до конца третьей, человек пребывал на тонких планах бытия и был в большей степени эфирно-астральным на проявленном плане. На проявленном плане. Что и должно возвернуться. Возвернуться. Ну, касательно это, здесь я включил, что существует несколько подходов так называемой йоги сновидений. Вот. Йога сновидений, она должна, конечно, на мой взгляд, сейчас переосмысливаться, поскольку все значит, предыдущие знания и практики, они должны в плане сегодняшнего времени здраво переосмысливаться. То есть, что индивидуально действительно можно подбирать, чтобы не слепо копировать, а чтобы человек умело подбирал то, что может ему развить большую осознанность и лучше, значит, делать только то, что реально подходит, соответствует человеку, и то, что осознанно. То, что осознанно, ну, в какой-то мере, по крайней мере. Вот. Помимо йоги сновидений, которая есть в буддизме нескольких традиций, она есть в учении, есть в реформированном боне, есть, собственно говоря, как базовая одна из шести йог наропы, но в Китае, в частности, в даосских традициях тоже есть подобная, значит, практика, шуйгун, мастерство снов или мастерство грез. Вот. Это я для примера просто привожу. Фактически в современной практике это рассматривается как один из видов цигун, выполняемый лежа, который восстанавливает силы. В даосских школах, в горах Уданьшань распространено множество способов шуйгун, которые в частности основаны на имитации дыхания пяти животных. Черепахи, змеи, драконы, тигра и аисты. Вот. Но на как бы йогу сновидений не следует путать или сваливать в одну кучу с так называемой распространенными явлениями осознанных сновидений, потому что зачастую под этим термином понимаются практики, во-первых, неосознанных состояний, неструктурированных подходов, нетренированных тел, и в данном случае люди пытаются индивидуально или коллективно наяву реально выйти
через какую-то часть тела, скорее всего, в астральном виде, внешние слои и так далее. То есть это совершенно не то, о чем говорилось и говорится в древних практиках. Речь сводится именно об развитии большей ясности нашего сознания, большей тренированности наших составляющих тел, значит, развитии высшей воли и, значит, более осмысленного и осознанного пребывания на тонких планах и, в первую очередь, значит, достижения большей осознанности в глубинных сновидениях. Это фактически, значит, на тех или иных подпланах ментального мира. Вот. Что является дополнением к высоким степеням погруженности в медитативных практиках. Вот. А с другой стороны, можно рассматривать как и вариант алхимической работе в теле и сознании человека. Ну, как вы знаете, значит, действительно, после 2012 года многие об этом писали и говорили, значит, что мы, согласно календаря майя, входим в какой-то новый период. Вот. И определенные исследования говорят, что размер протона в ядре атома водорода уменьшился сначала на 3, потом на 4, а сейчас по некоторым исследованиям и на 5, и на 6%. И, возможно, эти исследования не широко афишируются, они постоянно перепроверяются, и ряд лабораторий во всем мире заняты этими вещами. Размер там немножко по-другому, это размер как бы пространственный, значит, изменяется, и там гораздо такая достаточно сложная тема. Вот. Но, тем не менее, эти проценты изменений свидетельствуют, что не все так стабильно, а с другой стороны, можно сделать вывод и, как бы, действительно, вот, в 2012 году у меня вот в одной из медитаций как бы прозвучало, действительно, что материя физического плана начала разуплотняться. И это действительно уже начинает становиться объективным явлением. Вот. И, возможно, те трудности, с которыми столкнулось человечество на сегодняшний день, они соотносятся с тем, что то, что было как бы невидимым загрязненным барьером и как-то оно не сильно задевало нас, вот, но в связи с нашим общим движением и некоторым утончением, то все внутреннее загрязненное и ненужное для дальнейшего развития, оно начинает активно проявляться само по себе, для того, чтобы человечество и каждый из нас начал с этим работать. Вот. Можно добавить еще следующее, что Елена Петровна Блаватская в своих работах писала, что фактически каждый человек связан с тонким планом и с тонкими сущностями гораздо плотнее, чем мы могли бы подумать.
Речь фактически идет об элементальном царстве и различных классах элементалов, которые пронизывают каждого человека. И это те элементарные сущности, которые де-факто не имеют своей определенной формы, даже какого-либо эфирно-астрального порядка. И форму им придает человек своими мыслями и чувствами, и де-факто он как бы каждому человеку при воплощении, значит, соответствует индивидуальный набор этих элементалов, и наш индивидуальный гороскоп может сказать, что сам факт рождения того или иного человека, значит, на какой-то определенной земле, да, ее магнетизм, значит, ряд других особенностей, отнесение человека к определенному роду, семье, народу, все это связывается с индивидуальным набором этих элементалов. Вот. И некоторые, значит, связываются как бы очень хорошо с элементалами металлов, в частности, и так далее. Это все писала Елена Петровна Блаватская. Вот. Но в письмах Махатм есть одна цитата интересная, где, значит, один из Махатм говорит о том, что фактически наша высшая монада, она на самом деле тоже представляет собой колонию высокоразвитых элементальных сущностей. И количество и геометрическая структура этих элементальных сущностей, она зачастую определяет наши потенциальные страсти, черты, наклонности и многое другое. Другое дело, что это не как приговор, это надо просто это принять, признать, и с этим можно работать. Это можно облагораживать, возвышать и так далее. Вот. А еще, значит, из книги четвертой Киуте, значит, Елена Петровна приводит, что каждый чела должен обладать следующими качествами. Совершенное физическое здоровье. Ну, дальше она делает оговорку, что касательно вот этого первого пункта могут быть некоторые модификации. Некоторые модификации. Но в отношении всех остальных там все достаточно... достаточно жестко. Значит, второе. Абсолютная нравственная и физическая чистота. Третье. Неэгоистичность своих целей. Всеобщее милосердие. Сострадание ко всем одушевленным существам. Четвертое. Правдивость и непреклонная вера в закон кармы. Вера, не зависящая от какой-либо силы, которая могла бы на него повлиять. Закон, действие которого не может помешать никакая иная сила, и который не может быть изменен молитвой или каким-нибудь экзотерическим ритуалом или церемонией. Пятое. Смелость, бесстрашная в любой опасной ситуации, даже под угрозой смерти. Шестое. Интуитивное восприятие любого существа – как проявление Авалокитешвары или божественного атмана, духа. Седьмое. Спокойная незаинтересованность, но в то же время высокая оценка всего, что составляет наш объективный и приходящий мир в его отношении к невидимым
областям, к невидимым областям. Вот этот вот последний седьмой пункт говорит о том, что да, с одной стороны, мы должны быть да, спокойны, не заинтересованы, но в то же время проявлять объективный интерес в отношении ко всем невидимым областям, в первую очередь. Невидимые области – это как раз и есть тонкие планы бытия и их явления в нашей жизни. В нашей жизни. И еще несколько завершений скажу, что махатмы являются слугами, а не арбитрами закона кармы. И Елена Петровна пишет, что долгие годы близких отношений с махатмами научили нас справедливости выражения. Сперва заслужить, а потом желать. Тот, кто пытается вступить в ученичество, тем самым пробуждает и доводит до крайности все дремлющие страсти его животной природы. Один махатма дал недавно такое определение ученичества. Это психический растворитель, который уничтожает весь шлак и оставляет одно лишь чистое золото. Ну, сплошная алхимия. Сплошная алхимия. Трудности ученичества не уменьшатся до тех пор, пока не изменится человеческая природа и не разовьется новый характер. Святой Павел, вероятно, имел в виду чела, когда сказал: «Желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». И в мудрой Киратаджане Бхарави написано: «Врагам, что в нас гнездятся до сих пор, страстям порочным, нужно дать отпор. Тот, кто избавится от их оков, тот станет равным покорителю миров». В завершение скажу, что действительно очень важным ключом во всем этом является развитие привычки думать, используя высший разум. И эту привычку можно развивать. Можно развивать. Конечно, развитие ее идет с большими трудностями. Должна проявляться непоколебимая решительность и исключительное самопожертвование. Однако, человек, наделенный способностью думать в высшем плане даже о наиболее незначительных вещах, имеет благодаря этой способности пластическую силу создавать нечто в своем собственном воображении. Его мысль будет более интенсивной, чем мысль обычного человека. И при помощи этой интенсивности она получает мощь творения. Елена Петровна говорит, что действительно в этих редких людях, которые способны, благодаря стараниям в прошлых жизнях и определенной настойчивости в этой, развить вот эту способность думать в высшем плане даже о наиболее незначительных вещах, то у них создается определенный запас такой пластичности, или, может быть, современным языком можно сказать, нейропластичности
ума. И благодаря также развитому, живому, яркому воображению и вот этой нейропластичности, то их мысль действительно может не только озарять те или иные какие-то области и направления, она действительно обладает в определенной степени, наделяется мощью творения. Разумеется, не все мысли такой способностью обладают, но люди, которые эту способность хотя бы в какой-то степени имели, они несут, конечно же, двойную ответственность за правильное использование этих способностей и правильное их развитие и, соответственно, следование правому пути, о котором я уже упоминал. Так, ну и, пожалуй, на этом мой доклад, основная часть завершена. Я в час уложился, я следил за временем. Вот. Поэтому так, сейчас я остановлю презентацию. Спасибо большое за прекрасный и такой разнообразный доклад. Вопросов очень много. Давайте начнем с чего-нибудь. Кто первый решится? Мне, конечно, больше всего хотелось бы узнать о практическом опыте. Так, но первый вопрос все-таки задаст Алексей. Прошу вас, Алексей. Я в первую очередь, конечно же, Владимир, хочу поблагодарить тебя за изумительный, очень глубокий доклад, второй в этой серии, и спасибо, что ты очень глубоко погружаешься во все темы. Значит, вопрос у меня следующего порядка. Сейчас в эзотерических тусовках очень популярна тема пребывания постоянного в осознанном состоянии. Как ты думаешь, насколько это реалистично для современного человека постоянно быть включенным, постоянно быть осознанным? Я не говорю про осознанность во сне, допустим, да, но вот в течение дня насколько это реалистично? И есть ли у тебя какие-то свои практические приемы, если ты используешь эти практики, как быть включенным, как быть в ресурсном состоянии? Спасибо. Спасибо за вопрос. Значит, конечно, это сейчас популярная тема, но я скажу следующее, что, на мой взгляд, конечно, должна осознаваться структура человека. То есть, если, и об этом писала Елена Петровна, если мы сначала не подготавливаем для себя вот этот философско-эзотерический базис, основу, и сразу кидаемся в какие-то практики, значит, не понимая глубины и сути вопроса, то, конечно, результаты могут быть разные, и они не сразу выявляться у всех. То есть мы, понятно, что все отличаемся, вот. Но какие-то звуки я слышу странные. Ну ничего. Значит, осознанность, она в идеале не может быть развита у среднего человека в
той степени, о которой говорит Алексей. Значит, потому что человек имеет, вы все прекрасно знаете, это звучало в докладе, я специально поместил эти диаграммы лишний раз, вот эта сложность состава внутреннего человека, его высшей триады, да, и его четырех низших тел, и вовлеченность, то есть с одной стороны, если брать как человека, как ну, уже продвинутого, да, допустим, адепта той или иной степени, то, конечно же, он обладает осознанностью на каких-то планах. Да, и, как писала Блаватская и другие авторы, то адептов отличают по числу овладения принципами человека. То есть вот этот термин посвящения, да, он относится фактически к постепенному посвящению, тире полному овладению тем, значит, или иным принципом человека. И как бы полные архаты, они обладают полным овладением, полным осознанием всех семи принципов. Отсюда возникает вопрос, да, если человек понятия не имеет о внутреннем структуре человека, ну, с одной стороны, можно сказать, может, он в прошлых жизнях этому обучался и тренировался, вот, может быть, вот, но, тем не менее, каждое знание в каждой из наших жизней должно быть пробуждено, обучаемо и заново осознанно. И даже великие учителя, воплощаясь, да, они как бы принимают ту или иную часть кармы, проходили соответствующее посвящение, я имею в виду и Пифагора, и Платона, и так далее. Вот. И прежде чем они получили, как писал Платон, да, я приводил эту цитату в докладе, получили ясное представление о тех высших законах и тех схемах развития человека и Вселенной, с одной стороны, да, а с другой стороны осознанную защиту определенных классов элементалов и других божественных сил в плане их, значит, более прямого и ясного пути, вот. То, значит, на этом фоне сегодняшний средний человек может, конечно же, развить некоторую большую осознанность, но до полной осознанности, конечно, будет далеко. И честные учителя, они об этом говорят, что это процесс длительный, процесс, собственно говоря, который начинается и заканчивается с последней минутой, значит, этой физической жизни. Вот. И как бы устремление человека, его, значит, его усилия, прикладываемые каждый день, они должны не прерываться, не прерываться. Но стоит здесь добавить, что наш астрологический гороскоп, он, конечно, рисует каждому определенную зависимость, нашу индивидуальную зависимость от многих сочетаний небесных тел, да, и мы это сами прекрасно знаем, когда вот и сейчас идет месяц, значит, кармических затмений. Мы начинали с лунного, прошли солнечное и движемся еще к одному лунному. И в такие периоды каждый из нас может сказать, что
бывают часто моменты, когда нам надо многое усиленно что-то преодолевать, более развивать большую внимательность, осторожность и так далее. Какие практики могут помочь в этом? Ну, опять-таки я говорю, что здесь не может быть единого рецепта готового, потому что мы должны ориентироваться на свои индивидуальные качества, наклонности и так далее. Потому что то, что подходит 90 человекам, не подойдет 10 человекам. И каждый из нас должен прислушиваться к своему сердцу. Потому что практика может быть достаточно хорошей, но если как бы человек вот чувствует интуитивно, что ему это не надо, то надо просто осмыслить дополнительно, что это и почему. Вот, потому что я считаю, что как бы теософы, как наиболее осведомленные люди, ну или, по крайней мере, стремящиеся быть таковыми, скажем честно, вот, они должны подходить ко всему с достаточно большой степенью осмысления и осознанности. И поэтому любая практика должна рассматриваться сегодня, на сегодняшний день, под теософскими ключами. Что она развивает, значит, в каких она проходит стадиях и так далее. Вот это под принципом семи принципов человека. Обязательно, я думаю, что надо подключать знаменитые герметические принципы. Ну, то есть все надо анализировать, прислушиваться к своему сердцу и так далее. Но вот этот базовый принцип, который был в докладе, и схема, которая была приведена, то есть формирование в себе вот этого независимого наблюдателя. Мне кажется, что вот этот базовый принцип, он соответствует в принципе, ну, большинству людей. Значит, и он себя хорошо зарекомендовал. И на самом деле фактически вот этот принцип, он используется в большинстве подлинных, серьезных медитативных практик. Вот. Не тех, где мы что-то там визуализируем и рисуем. Хотя и это никто не отвергает. Вот. Потому что, как вы слышали, да, если человек уже как бы развил достаточно хорошо ментальные способности в прошлых жизнях и так далее, вот, то он может проявлять и свои творческие способности и в таком ключе. Вот. Но в любых наших серьезных стрессовых ситуациях и нестрессовых, то есть даже каких-то будничных ситуаций, вот, если мы включаем вот этого, значит, нашего внутреннего наблюдателя, то мы способны отслеживать действительно, как бы часть сознания анализирует сама себя. Вот. И это уникальная способность, которая действительно отличает человека от всех других живых существ. И способность эта коренится, значит, в том ключевом подходе, который мы развиваем на этой земле. Это самоосознанность. Но самоосознанность без постижения глубины высших абстрактных понятий, самой семеричной структуры и так далее, о чем здесь все говорилось, мне кажется, это, ну, в некоторой степени
не совсем верно. И поэтому понятно, что большинство молодых людей, они не склонны увлекаться философией, и это поголовная традиция сейчас. Вот. Но мы можем вспомнить себя молодыми или помоложе немного. Возможно, мы тоже обладали теми же чертами и молодости свойственен энтузиазм, да, какая-то быстрая практическая наработка. Вот. Но все постигается с годами, приходит осознание, некоторая мудрость и взвешенный срединный подход. Ну, это если я вот так вкратце ответил. Так, еще вопросы? Скажите, Владимир, пока все молчат, не кажется ли вам парадоксальным то, что мы ожидаем появления детей с новыми способностями, но оцениваем и детей, и молодежь со своей точки зрения и требуем от них, ждем от них, чтобы они соответствовали нашим ожиданиям? Как нам устранить эту проблему для того, чтобы не спугнуть их новые способности, для того, чтобы дать им возможность развить эти способности и, в конце концов, все-таки, скажем так, предоставить теперь им главное место, быть главными в нашей человеческой эволюции. Как нам с этим справиться? Вы задали очень серьезный вопрос, да, относящийся к вечной дилемме, да, конфликту отцов и детей, да, о котором писал еще и Тургенев, и другие авторы. Вот. Но я сторонник срединного подхода во всем. Не только в плане буддийских воззрений и принципов, а во всей жизни, в ее сложности и, возможно, во многих вопросах внешне взаимоисключающих друг друга. Вот. Поэтому, с одной стороны, я не сторонник того, чтобы молодежи давать все полные права. Именно в золотом симбиозе между мудростью, да, и молодостью можно добиться действительно больших результатов. Не могли бы вы уточнить, молодость – это откуда докуда? Вот мне, в общем-то, достаточное количество лет. В теософских кругах все еще до сих пор считают, что я слишком молода, чтобы иметь собственное суждение. Молодость – это когда? Значит, многие авторы пишут, что те центры, да, на которые мы бросали взгляд, значит, они полностью оформляются к 7-7. 7 на 7 – 49. К 50 годам человек становится способным уже как-то целостно развиваться и двигаться дальше. И после 50 лет, это уже, я считаю, зрелые люди. Ну, в восточных религиях раньше это уже люди, у которых уже семейные обязанности были исполнены, и они могли посвятить больше времени осознанному духовному пути и так далее. До 50 лет люди еще на пути становления. Хотя в некоторых книгах абсолютно тоже по-своему, значит, достоверно сказано, что после 28 уже никто не молод. После 28 никто не молод. Но это сказано в том плане, что если до 28 лет еще идет активное формирование
основополагающих принципов, то там многие ошибки молодости, они более легко, так сказать, находят свой отголосок. А после 28 человек уже начинает полностью принимать нарабатываемую карму. И никаких поблажек в этом счете быть не может. Вот. Ну а в теософском подходе мы знаем, что именно путь служения, да, путь служения человечеству, если он основан на альтруистическом подходе и истинной мотивации, то действительно в этом ключе можно кое-что, значит, закрыть какие-то свои негоразды, скажем так, мягко, вот, и, так сказать, найти дополнительные ключи и к собственному развитию, вот, и к дальнейшему продвижению. Вот. Ну, это если я ответил. Поэтому, с одной стороны, это одна крайность, когда мы, об этом писала Елена Петровна Блаватская, что в будущем будут приходить дети со способностями, с более утонченными телами, с более развитыми принципами. Это писала Блаватская более 100 лет назад. Вот. И Ли Кэрролл с его крайонами, детьми Индиго, здесь не первооткрыватель. Первооткрывателем надо называть Елену Петровну Блаватскую. Вот. И она писала, что люди с догматическим, зашоренным мышлением, их будет становиться все меньше и меньше, и они как аборигены в конце концов вымрут на каких-то диких островах. Вот. Ну, пока, конечно, мы еще в процессе пути, и людей значит, с таким мышлением еще достаточно много, но все мы уже ощущаем, что рельсы, значит, проложены, и наш общий пояс человечества все быстрее набирает ход. И поэтому, возможно, тем, кто как бы не опомнится, не осознает, ну, им придется сойти с дороги. Сойти с дороги, даже и так можно сказать. Вот. Но, значит, я думаю, что все дети, которые приходят новые, они действительно в связи с тем, что мир уже несколько изменился, и он продолжает изменяться, то, конечно же, они получают более утонченные тела. И их принципы и центры, они более выражены. Поэтому они могут как-то больше проявлять свои и способности. И, с другой стороны, вероятно, все-таки человечество идет волнами, да, это отмечено и психологами, что, значит, поколение 50-х годов, оно на несколько порядков превосходило по ряду исследований и параметров поколение 30-х годов. Вот. Соответственно, эта прогрессия тоже увеличивается. Вот. Но взвешенный подход во всем. То есть, как бы, с одной стороны, конечно же, мы не должны не исследовать новое как-то. Я думаю, все старое должно пересматриваться под новым ключом в свете сегодняшних энергий. Но не в том плане, что все старое надо выкинуть, оно негодно, а его просто заново надо посмотреть новыми глазами. Вот. Что соответствует новому дню для того, чтобы какое-то более ясное понимание вошло в нас самих. Вот. И тогда будет как-то находиться этот общий подход с детьми совсем. Ну, всегда это было непросто. Вот. Ну, где-то так, если я ответил. Конечно же, наша система образования пока не готова к этому. Не готова. И именно альтернативные школы, хотя сегодняшний день, значит, он уже ставит на повестке дня, что традиционные школы с традиционным подходом школьным, они уже начинают отмирать.
все более альтернативных проектов. И, вот. Но когда именно философско-эзотерическое направление как-то будет больше приветствоваться, оно накапливается. Вот эти законы перехода количества в качество, их никто не отменял. И если нам кажется, что это пока не совсем востребовано, то процент его в обществе накапливается и во всем мире. И та ситуация, которая происходит сейчас, завтра что-то другое возникнет, потом третье, оно тоже способствует каким-то новым взглядам на жизнь и на те скрытые принципы, которые это все двигают. Ну, а с другой стороны, вот эти даже все современные движения и практические направления, они тоже в какой-то степени помогают молодежи, значит, открывать глаза на другую сторону бытия, хотя, конечно, никто как бы от опасностей не застрахован, вот, но ну, жизнь наша, она противоречива. И поэтому через трудности и противоречия мы постепенно идем к этому срединному пути и синтезу. Ну, где-то так.